8 сакавіка 2018 атрымалася больш зімовым, чым веснавым. Хоць у цэлым надвор'е дастаткова камфортнае. Урэшце, дзень жанчын такое свята, калі настроі не могуць сапсаваць ні снегапады, ні маразы. У Гомелі, дарэчы, з раніцы было ўсяго каля мінус 3 градусаў. Ёсць у гэтага свята і яшчэ адна асаблівасць. Нягледзячы на афіцыйны выхадны, большасць мужчын прасынаецца рана. Нехта накіроўваецца на кухню гатаваць святочную ежу, нехта спяшаецца за кветкамі. У гэтым годзе недахопу ў іх яўна няма. Выбар на любы густ і без наяўнасці чэргаў. Ажиотажа нет такого, как много лет назад было, более спокойно. Ну, это, наверное, от того, что предложений много появилось в городе. На каждом углу у нас есть цветочки, магазинчики, рыночки, поэтому у людей есть выбор. Наибольшей значной популярностью у этом годе користаются тюльпаны. Букет с 3 кветок каштует у середины 5 рублей. Самый танный вариант – мимозы от 1 рубля. Сярод самых дорогих – орхидеи за 30. Продавцы кажут, что на полицах шмат кветок, какие выращены у Беларуси, але есть и те, что привезены из Эквадора и Голландии. Перш за все, это тычыцца руж. Причем, когда напередодні кветки набывали головным чином для веншавання у коллективах, то непосредственно 8 сакавіка для своих родных. До речи, на думку самих продавцов, выбирать кветки необходимо не только заходячи с наявности грошей, але и с уликом характера жанчыны у якости прикладу лилеи. Лилия капризна, как женщина, как девочка. Бывает глупой, бывает капризной, бывает нежной. И, конечно, она хочет улыбаться. Для нас, для женщин, и чтобы ее заметили в жизни. И, естественно, подарили в этот прекрасный весенний день, 8 марта, всем женщинам, и большим, и маленьким, и стареньким, и чтобы никто в этот день не был забыт. Хоть гэты день жанчын запомнится не только подаранными кветками, у гэтым годе у Гомеля упершыню провели святочный конкурс «Супермати». Для пераможца падрыхтавалі сертификат на 100 рублей у спа-салон. Сярод удзельниц – медицинская сестра, бухгалтер, инженер-программист. Причем в опыту выступления на сцене не было ни у кого. На першапачатковым этапе гэта оказалось, бадай, самой значной проблемой. Сначала было тяжело привлечь, так как эта работа, нужно сделать самим наряд из нетканых материалов. Это все-таки такой трудоемкий процесс. И вообще людям, которые никогда не были на сцене, очень сложно согласиться. Они все переживают, все волнуются. Прыгожая, клопотливая, працавитая и просто судовная. Это все про их удельниц конкурса. Яны зусім розная на сцене и у житті. Бадай, одинное, что объединяет, яны мати. До речи, дети подчас конкурса оказались, напевно, самыми активными болельщиками. Урэшце, незалежно от занятого места, для кожного его мати пераможца самая любимая, самая родная и по выразу самих детей самая крутая. Моя мама добрая, лучшая, красивая. Она меня очень крепко любит. Если мама загрустит, я печалиться не буду. Чтоб поднять на расстояние, я лекарства раздобуду. Ни горчичники, ни банки, ни микстуры не найду. Очень ласковую и нежную я ей песенку спою. Олег Сентеров, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель».